Здравствуйте, меня зовут Владимир Вьюшков, я выпускник магистратуры биологического факультета МГУ, кафедры молекулярной биологии. Биологический факультет – это уникальное место со своей непередаваемой атмосферой. Здесь можно не только получать знания и навыки по специальности, но и стать частью университетской жизни и сделать первые шаги в науке. За время обучения на факультете мне удалось поучаствовать и даже стать организатором таких мероприятий, как Международная биологическая универсиада и студенческая олимпиада «Я профессионал». Биологический факультет отличается большим разнообразием изучаемых дисциплин. Это и разные направления биологии, как полевые, так и лабораторные. Но это и физика, и несколько курсов химии, и высшая математика, и гуманитарные дисциплины. И все это не просто так, ведь современная биология впитала в себя множество различных дисциплин. Поэтому, заканчивая факультет, я уверен, что полученных знаний мне хватит, чтобы построить карьеру, в какой бы области она ни продолжалась. Биологический факультет подарил мне круг общения. Все, кого мне довелось повстречать за время учебы на факультете, это талантливые и увлеченные люди, которые станут или уже стали настоящими профессионалами своей области. Невозможно за пару минут перечислить все те приятные события, которые происходили со мной за время учебы на факультете. Среди самых запоминающихся – это, конечно, летние практики, в особенности на Звенигородской биостанции. Но это и интересные лекции, и семинары, и факультетские мероприятия, такие как День биолога. Биофак навсегда останется в моем сердце, но я пока и не прощаюсь с факультетом, поскольку поступаю в аспирантуру и буду продолжать специализироваться в области молекулярной биологии.